vai googlar där en sån där plats. Nej men, wow. Es esmu saskaņots ar Dniepru, bet tā ir mana satīstiska aktivitāte, es atbalstu šo pasākumu un darbojos gan tā, tā. Bet tomēr tā, tas būs veiksmīgs līdzeklis, kā uzmogot situāciju Latviju un būtu būtību atkopīt. Es varētu zinu, jā. Jūs jau esat pārmājās, kurš vien esat zinu, ka šis idejas vai tas nav kāds atsaucīt, vai jūs jūtu tādu modīgu arī? Ir dažādi kanāli, kā ietekmēt politiku, kā ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Partijas kanāli, tas ir viena no iespējām, bet es uzskatu, ka ar to nepietiek. Ir nepieciešams, lai būtu arī pilsoniski sabiedrības kanāli, un mēs piedalos tā veidošanā. Jā, un es varu pārbaudīt, jā? Es piedalos jums atbildēt. Я не являюсь членом Ярного Испарка, почему работаю. С 1999 года я запрашивал все три сайта трех президентов, Владимира Владимировича Гудража, о том, что так и можно право голоса по муниципальной власти. То есть самое интересное, что независимо от того, какая название партии были сразу, они давали мне удивительно опасные цифры. После сотрудничества по партии, у меня были. Кроме того, мы запрашивали три раза на Третий Союз, который тоже рекомендовал муниципалу Владимиру Владимировичу перед тем, как вступать в Евросоюз. И все рекомендации даны. К сожалению, мы не можем никак действовать. Вводили не через партии. Партии, к сожалению, зашли в себя так называемый политический тупик, потому что идет игра с нулевой суммой. То есть попытка в сторону одной партии воспринимается как поражение другой. Понимаете, в чем дело? Процесс зашел в политическую политику. Гласный Гусейн уже раздирает нас столько времени. Поэтому здесь мы пытаемся достучаться до всех партий через общественное движение, через гражданское общество. Это моя точка зрения. Конечно, в этом движении много точек зрения, много взглядов, много людей со всех партий. И, возможно, мы встретим многих лиц. Но здесь мы объединены общей одной целью. То есть институт не граждан, гражданство нужно сдвинуть с мертвой точки. Потому что удивительное однообразие, которое мы получили в этих ответах с 99 года, просто поражает. То есть это уже не просто партия, это идет идеология. А партии, независимо от своего названия, не придерживаются этой идеологии. Эта идеология на пользу Латвии или не на пользу Латвии? Я лично хотел это не знать, считаю, что это не на пользу. Nē, mums ir visu partiju, vairāk partiju pārstāvji, ir arī pēc TVL pārstāvji, ir kādu laiku līdzdarbojas Vladimirs Zindermans, kādās partijas veidošanai piemērstiem. Un mēs esam tā, mums rakstījums, mums ir nolikums, mēs esam atvērti, jebkuras partijas pārstāvji. Mums ir vairāk partijas piedarījums. Задача учредительного собрания – создать временное правление, которое будет организовывать всеобщие выборы, которые пройдут в июне. Соответственно, на всеобщих выборах мы выберем легитимных представителей. Пока что мы идем шаг за шагом, увеличивая количество людей, которые включены в нашу работу. Начнем с 4, потом 12, потом 50, и потом всеобщие выборы. Парламент непредставленных планируется выбрать 30 человек. Могут баллотироваться как граждане, так и не граждане. Но мы сейчас предлагаем ввести небольшую позитивную дискриминацию, а именно 2/3 парламента непредставленных должны быть не граждане, как компенсация за ущемление политических прав в течение 20 лет.
И что потом дальше происходит? Мы хотим заключить после избрания нашего парламента договора о сотрудничестве с теми фракциями самоуправления, которые согласны с нами работать, чтобы наш представитель участвовал в заседании комитетов, комиссии. Дальше мы хотим договора о сотрудничестве с Сеймом, с теми учреждениями, которые важны для реализации наших целей. И, соответственно, представители граждан будут участвовать в дискуссиях и влиять таким способом на принятие решений. Я хотел бы добавить, таким образом мы вовлекаем интеллектуальный потенциал не граждан в совместную работу, ну, как и у нас есть. Республика, общее дело переводится. Вот этого общего дела мы вовлекаем интеллектуальный потенциал. В последнее время говорится о том, что интеллектуальный потенциал не граждан не очень велик. Потому что, типа, кто самый молодой уже состоявшийся, они натурализовались, а остальные вот. Я думаю, что это будет грубейшей ошибкой, потому что здесь, я думаю, что появится, но мы же знаем, насколько потенциал у граждан, которые пока не использовались в нашей, ну, в общественно-политической жизни. Я не имею в виду экономическое хозяйство, но вообще это практически есть. Да, хорошо. Хорошо. Не, это она обедная, потому что обедная, что кустрима, копри говорят, что сосничная, респективно, та... Не везам, не пьете, что мы выйдем в пятилетний, потому что схема с места выйдем, что цивил ликума паредзēt sabiedrības līgums kopīgai darbībai, respektīvi mēs, jo tāpēc, ka mēs gribam pēc iespējas fleksibilākus noteikumus šīs nepilnīgi konkrētas organizēšanai, tāpēc mēs izmantojam tādu likumu atļautu formu. Да, я хочу добавить, 23 марта в 10 часов начало учредительного собрания для постных конгресса, инициативную группу, которую мы представляем, она только готовит конгресс, да, и документы, возможно, кандидаты в это временное правление. Да? Но это временное правление должно произойти учредительное собрание. После этого вот это вот временное правление уже готовит выборы на 1 июня в парламенте, который еще раз уже утверждает, дополняет или изменяет. Это огромнейшая организационная, техническая и работа, конечно. Здесь очень много работы. Здесь степ-бай-степ, шаг-шаг. Павел Динамович, респективно, у нас не пилсовый конкурс, тих сидведоц, а будь парень велышь, как смотрит 1 июня. Так это типы наши наставница, как мы с такая структура ментала. Ну, и мы с ней делаем друг, так сказать, ледицы. Leģitīmas institūcijas, un tas prasa ilgāku laiku tā izveidošana. Да, мы считаем, до сих пор мы выступали за то, что вели диалог о том, что не гражданам надо дать право голосовать на муниципальных выборах. Как мы видим, диалог не удался, поэтому, я думаю, это будет символично, что не граждане получат право голосовать, как раз на муниципальных выборах. А на какой вообще рассчитывать? Сколько сейчас вообще граждан? Сколько изменений? Сейчас в Латвии 300 тысяч не граждан. Нет, нет. Там есть две разные статистики. Одна статистика для регистра жителей, другая перепись населения. И там 290 тысяч или 300. Поэтому мы говорим примерно 300 тысяч. И это будет правильно. Посмотрим, мы пока не делали расчеты, сколько человек будет участвовать. Задача подготовить выборы будет временному управлению, и его задача уже посчитать, сколько участков необходимо, какие. У нас будет голосование как в интернете, так и на участках в больших городах. И, соответственно, вот в процессе организации мы уже будем.